Девчонки и мальчишки, всем пламенный привет. Посмотрите, на мне новая шапуля. Это вот эта боярская шапка, я ее постирала. Привезла в свою мастерскую. Вот, Надежда связала пелеринку, гляньте, какая. Девочки, она еще такая, влажноватая. В общем-то, мы с ней вяжем вещи, которые хороши сразу после вязки. Их не надо растягивать, с ними ничего не надо делать. Их вот просто вот так надел и пошел. Брошечкой заколол. Вот такая мягкая-мягкая. Я говорю, что она еще такая влажноватая. Я ее привезла в пакетике. Сейчас здесь повешу. Растягивать ничего не будем. Тянуть не будем. Она и так превосходно смотрится. Пушить, естественно, тоже не будем. Девочки, пелеринка стоит вот такая 4000. Вот так она смотрится. Плечи утепляет. Ну и вообще красиво. Если вы куда-то там декольте у вас, не дай бог. Вы раз, вот так накинули. Никто не догадается. Только в самый важный момент раз и сняли. В общем, вот такая интересная штучка, шапочка. Еще одна шапуля есть, сейчас вам покажу. И шапуля есть еще одна, вот смотрите, вместе с кофточкой демонстрирую. Шапуля 2000, кофточка вот такая очень толстая, тяжелая, с карманами, смотрите. Такая кофта стоит 8000. Девочки, пуховая, хорошая, такая теплая капитальная кофточка. Вот так красиво смотрится. Смотрите, какая. Девочки, вот такие жилеты, смотрите, по 6000, из белого пуха, мягкие, хорошие, это последний размер до 50, наверное, 48-50, но может 52, по 6000. Вот такие пелеринки или такие легкие жилетики, вот смотрите, вот такой и такой, вот смотрите, по 4000, симпатичный. Смотрите, какой. Вот это вообще к моему платью подходит. Кстати, я в шапке себя так комфортно чувствую. Я даже не чувствую, что она у меня на голове. Я вот только сейчас вспомнила, что шапка-то на мне. А я вам дальше начинаю показывать. Так, вот такой жилет, смотрите. Не жилет, а накидочка такая. Она, можно сказать, что безразмерная. Девчонки, вот 4000. Смотрите. Вот так красиво смотрится. Так, что тут еще вот интересного есть? Девочки, остался вот такой один Арафат. Вот, 4. Смотрите, какой интересный платочек. 4000. Потом остались два вот таких больших платка по 20000. Белые из нашего местного пуха. Тяжелые. Тяжелые платки, хорошие. Я их сильно не растягивала и сильно не пушила, да вообще, можно сказать, не пушила. Вот видите, мягкий такой платок. Ну, размер где-то 140. Девчонки, ну вообще тяжело найти вот из нашего местного пуха такие пуховые платки. Кстати говоря, я вот сейчас на себя надела, мне жарко, надо снимать. Она казалась бы тонкой, но она греет вместе с шапкой. Это же, девчонки, козий пух, а он очень теплый. Вот такой платочек, смотрите, потоньше, чем тот. Вот 20 тоже. Смотрите, какой симпатичный. Сейчас вам покажу палантинчики. Белые кое-что есть. Девочки, смотрите, вот такой свитер стоит 8. Вот такой жилет стоит 5. Вот такой свитер, посмотрите, он толстый-толстый, тяжелый, очень теплый свитер. Размер его 54, наверное. 50, 52, 54. Толстые, очень хорошие, девчонки. Так, потом есть вот такая жилетка. Смотрите. Вот такая. Пожалуйста, 3500 могу отдать. 3500. Тоже толстая такая, хорошая жилетка. Девчонки, так, палантинчики у нас. Смотрите, вот такие белые, тонкие, красивенькие. Пушистые. Обалденно, какие хорошие, гляньте. Видно вам, да? Красиво они смотрятся. Это, девочки, у нас за 3500. 3,5 всего. 1/9. Палантин номер 3. Смотрите. Размер его 170. На 40, на 50 сантиметров, наверное. Хороший, девчонки, палантин. За 3,5 вообще недорого. И качество у него хорошее. А вот, посмотрите, какой. Это тоже 3,5. Палантин номер 23. 150 где-то размер. Видите, какой. Тоже красивый.
3500, девчонки. Вот, посмотрите, какой. Тоже хорошенький. Но это поплотнее такой палантинчик, зимний. Он такой, знаете, прям пушистый, забитый пухом. 4000 он стоит, листики. Такой есть. Потом вот такой, посмотрите, нежно-голубой. Это окрашенный палантин, но он красивый. Смотрите, какая прелесть. Девчонки, хорошо сделан, гляньте. 170 размер, где-то 40-50 сантиметров, до 50, наверное. И такой он увесистый палантинчик. Тоже стоит 4000, он один в таком цвете. В красивом сером фиалковом. Нежно-нежная такая фиалочка. Вот легкий палантин, девочки, смотрите. Листик вывязан, серый, очень красивый, ручной работы. 3500, вот это дешево для такого палантина. 4 свободно, а то и 4,5 он на эту цену выглядит. Так что имейте в виду, что вот эта цена прям вообще весьма недорого. Так, девочки, сейчас вот тут еще надо вам показать интересненькую вещь. Посмотрите, очень хороший такой пух, прям богатый. Пух с сединой тоже очень, вы знаете, выигрышно очень смотрится вот этот палантин. И он тяжелый, 4000. 2/9, палантин номер 6, вот 4. Смотрите, какой хороший, хорошо сделан, девчонки. Такой. И вот еще палантинчик. Тоже такой с сединой, увесистый, типа тяжелый, ну хорошо сделан. Тоже мне нравится, 4000, это палантин номер 5. 2/09, девочки, они большие. Ну 160 точно. Смотрите, как они классно смотрятся. Для ценителей, для тех, кто понимает. Вот, девчонки, такие полотенчики есть. Есть хорошие косыночки. Девочки, а смотрите, как красиво пелеринка смотрится. Я ее положила, чтобы она сохла. Гляньте, неотбельная, да? Цвет икрю. Здесь у нас всякие разные шапочки. Вот, смотрите, какие. Вот эта беленькая 2. Вот это 2,5 с помпоном. Вот это 2,5. Вот это 3000 шапка. Все они двойные, ну почти все. Кроме вот этой серой с помпоном. Она вот таким чулком. Вот видите? А сзади помпончик. Вот красиво смотрится. А это пух с шерстью, девчонки. В общем, она там такая двойная. Смотрите, какая классная шапка. Так, давайте теперь на платочки посмотрим. Вот они висят. Девочки, смотрите, вот такой красивый ажурный платок. Очень хорошо смотрится. 5000, это платок номер 7, 23/03. Вот такой небесно-голубой тоже цвет. Размер у него, ну, 120, наверное, на 125, я так думаю. Но платок такой интересненький, цвет у него красивый. И такие прянички вывезены. Хорошо смотрится. Вот, девчонки, смотрите, какая паутинка. Легкая, но в то же время сохраняет форму. Гляньте, какая рисунка вам видно. Здесь такие интересные ромбики. Это 7000, платок номер 19. Вот. Я считаю, что превосходно смотрится платочек. Очень хороший, будете довольны. Предмет зависти окружающих. Вот еще одна паутиночка. Смотрим. Девочки, ажурная. Посмотрите, какая прелесть. Вы имеете в виду, что эти вещи отвиселись уже, понимаете, как бы вот не то, что сразу с пяльц сняли, и они такие растянутые прям совсем, а это уже вот они приняли форму, то есть то, что будет у вас на плечах. Девчонки, ну вот тоже размер до 130, красивый очень ажурный платок. Совершенно шикарно смотрится. Забирайте. И он у нас 7000, платок номер 2. Еще один ажурный. Вот они три платка, и все очень красивые. Вот это, наверное, 120. Ну, на 125. Я так думаю, 7000, платок номер 8. Вот такой. Замечательный совершенно. Девочки, они все очень теплые. Очень. Так, красиво носим. Так.
накидываем на плечи и наслаждаемся. У меня подруга, которую вы все знаете, Диана Строгая, она спит на платке. Она все лето проспала на моем платке. Вы себе не представляете, какой это кайф. Правда, правда. Теплый, мягкий, ну здорово. Хорошо смотрится. Так. Забирайте платочки хорошие. Так, дальше. Поехали. Вот смотрите, это немножко в другом роде платок. Поплотнее, потяжелее, но тоже ажурненький, девчонки. И цвет у него потемнее, размер 125 где-то. Середина ажурная, здесь тоже вот пух такой с сединой. И такие звезды по кайме. Тоже красиво смотрится, посмотрите. Девочки, все платки просто превосходные. Давайте цену на него посмотрим. 6000, платок номер 7, 21/05, платок номер 7 за 6000. Девчонки, вот полегче платок за 6000, номер 10, 4/07, тоже из такого темного, как он красивый, 120 где-то на 120, девчонки, тоже обратите внимание, такой тонкий у него пух и тонкая вязка, смотрите какой, ну красиво же. Сейчас зима, пока все будут мерзнуть, вы наденете теплые пуховые варежки. Кстати, вот такие платки, если вы наденете под пуховик, вам станет гораздо теплее. А мы когда на рынке торговали, мы еще и сверху накидывали. Вот прям буквально сверху на пуховик. Я вам серьезно говорю, очень тепло. Особенно если нет ветра, все-таки ветер, он выдувает. А вот если нет ветра, вы купаетесь, я вам гарантирую. Так, 7000, платок номер 1. Это у нас 3/09. Вот это толстый платок, те потоньше. А это прям такой толстый, тяжеленький. Ну, где-то тоже до 130 размер у него, девчонки. Вот он самый толстый из всех, но в то же время ажурный. То есть, понимаете, ветер, он из любой вещи тепло относит. А вот если ветра нет, ну, я вот сейчас вам мерила, я шапку надела и надела вот эту вот накидушку, все жарко. Самым натуральным образом, то есть... А потом, когда вы это снимете, вы знаете, вот не хватает этого. Такое какое-то чудное тепло от них исходит. Ни с чем его не спутаешь, не сравнишь. Вот оно именно от пуховых платков. То есть у пух такое свойство. Кроме того, он же гипоаллергенный, девчонки. Вот совершенно шикарный платок. Толстый, теплый. Это у нас за 11 тысяч платок номер 9. 5/04. Посмотрите, какой серый. Серое чудо. Девочки, ну это вообще толстый, такой, знаете, богатый платок. Вот очень хороший. За 11 тысяч. Смотрите, какой. Прям очень приличный. Пух на нем хороший. Пух прям прелесть. Девчонки, все это заказать можете через интернет-магазин Пушок. Ссылки смотрите в комментариях. Но в Ютубе я комментарии закрепляю, в Дзене все время забываю. Вот, кстати, платок коричневый тоже за 12 тысяч, платок номер 20. Смотрите, какой. Ух ты, он вообще огромнейший. Смотрите, какой. Кто любит коричневые платки, вот такой у него пух немножко другой, чем у тех. Он медведя напоминает, правда вам говорю. Какое-то, знаете, такое вот лесное создание. Под елочкой в нем хорошо сидеть. Экологически чистый платок. Смотрите. Возьмите себе, создайте коллекцию платков. Хочу под этим посижу, хочу под тем. Смотрите, как. Ну это же чудо. Девочки, если учесть, что я нахожусь в громадном стрессе, и у меня сбежали козы, кто сидит в моем телеграм-канале, он знает все подробности. У нас козы ушли. Оказалось, 20 штук моих, 4 штуки надеждины, плюс еще бараны, в общей сложности 43 головы. Третий день их уже нету, 3 дня нет. Ищем, ищем всем составом, я в полицию заявила. 27/06, платок номер 10. За 9000, смотрите какой. Тоже коричневый. Смотрите какой. Вот, и в общем-то... Она вот развлекается, видите, пелеринку связала, я шапки. Кроме того, я пух приду. Ну, это, знаете, все как бы, знаете, мне в комментариях пишут, а что ты, у тебя позы пропали, а ты шапки вяжешь и нам предлагаешь, а что делать?
Это дело такое, знаете, жизнь сейчас такая непредсказуемая штука. Стадо большое, я надеюсь, что все-таки это не одна, не две козы найдутся, наверное. Ну, в смысле, как, наверное, мы надеемся на это. Разослали везде и везде, во все соцсети. Вот, подключились знакомые, в общем, тоже объявление, ну, по соседним хуторам разослали, что стадо пропало. В общем, если кто-то увидит, народ у нас отзывчивый, обязательно отзовется. Главное, чтобы они кому-то попались на глаза. Вот, девчонки, шикарный платок. Ой, какой хороший. За 9 тысяч. 27/0/6, платок номер 5. Гляньте. Пух очень хороший. Рисунок вот на это похож. Ну, то есть, он это тоже хорош, но в другом роде. Пуха, они же разные бывают, пухи. Кстати говоря, у меня клубки есть на продажу. Девчонки, отдала еще по лету прясть клубок Надежде. В смысле, пух. Ну, а по лету, сами знаете, то огород, то еще, то тут, то все. Отдала она мне сегодня 3 клубка, там 700 граммов. Ну, я бы этот пух использовала типа на носки. Стоит он 700 рублей 100 грамм, это, в общем, бобина получается 2800. Вот, ой, какой тоже красивый, девочки, дымчато-серый. Чего вы его не забрали до сих пор? 10 тысяч номер 7. Посмотрите. Мне кажется, это на обмен прислали. То есть его сразу же забрали, потом, ну, бывает такое вот, заберут, потом что-то присмотрят другое, это возвращают, а то забирают. Потому что такой платок не может залежаться. Очень красивый. Девочки, вот прям рекомендую. Ну вот, и она напряла. Пух нестиранный. Спряден на тонкую нитку, двадцатку. Клубки покажу в конце видео. Забирайте, там 3 клубка. В общей сложности 700 с чем-то грамм. Вот еще один платок. Похож вот на этот, вот, который я вам показывала. Первый. Только тот потолще, а это вроде как немножко потоньше. Размер, ну, около 140 сантиметров. Девчонки, так, где? Цен не вижу. Ну, такой платок 1011 должен стоить. Ну, так и есть, наверное. Здесь была цена, вот нитка торчится, она отвалилась. Смотрите, какой. Тоже такой пух, как бы, знаете, не волосатый, а такой вот он. Долгоиграющий. Так, вот, забирайте. Хороший платочек. Девочки, пух выглядит вот так. Вот он, нестиранный. Смотрите, вот эта нитка, на которую он напряден. Видите, вот основа. Номер 20, даже может быть номер 30, тонкая. И вот здесь пух. Он такой серо-коричневый, но с остью. Я бы с него на носки обычно я вяжу. Вот в две вот так сворачиваю. Пряли мы сами, так что насчет качества, может, не это самое. Вот, и так у вас, конечно, получается пуха гораздо больше. В общем, 700 рублей 100 грамм. Смотрите. Это 2800 бобин получается. Вот здесь 3 клубочка, здесь в общей сложности 800 граммов выходит. Вот видите. Пока больше нет. Пух такой есть, но еще не напряли. Так что забирайте.